אנחנו ממשיכים עם האסיפה שלנו. Мы продолжаем наше собрание. ואני אוסיף רק מילה אחת למה שאמרת. Может быть, одно слово я хотел бы добавить, потому что сказал ты. Есть ли Танах по? Танах у меня есть здесь. А, остатил это. Мелев шелха. Ты видим, лифамим юцели лейпагеш им анашим и хуц ларец. Знаете, иногда я встречаюсь с людьми из-за границы. ופעמים רבים הם אומרים, אנחנו אוהבים את ישראל. И часто мне приходится слышать, о, мы так любим Израиль. ואנחנו מתפללים על שלום ירושלים. И мы молимся, как написано, שלום ירושלים. ואני שואל אותם, למה? И я спрашиваю, а почему? למה אתם לא מתפללים על שלום בנירובי? Почему вы не молитесь за мир в Найроби? О, в Гватемала. Или в Гватемале. Лама Иерусалим. Почему Иерусалим в вашем сердце? Ты видим, рабим ло юдим их лаанот. Он говорит, а коту в каха, за ни митпалел. И многие теряются, и они говорят, ну вот так написано, мы так и молимся. Есть логика в Китвей Кодеш. И есть Егайон в священном. Везе мёд кашур ле маши Дима акшав дибер. И это очень связано с тем, что говорил Дима. Есть колька харбе макомот бакитвей кодеш. Есть так много мест в священных писаниях. Ше мацбеим хад машмаи. Которые однозначно указывают. Ше Элохим бахар беам Исраэль лиёт кли баяд шело бишвили такен эта улам. Что Бог избрал народ Израиля быть инструментом в его, своих руках для того, чтобы исправить весь мир. Ве ахар как дерех Иешуа, כמו שאנחנו לומדים בברית החדשה, התחברו לכלי הזה גם עמים שונים. Дальше мы читаем в Новом Завете, что через жертву Иешуа Мессии к приложились к этому инструментарию также и из других народов. Они бахавана бухер мила и Израиль зекли беяд Адонай. Я умышленно использую именно вот это понятие, что Израиль это инструмент в руке Всевышнего. Аз им кол аулам зе кмо гуф шел бен адам ше шохев аля шулхан шела минатех. И если сравнить весь мир с телом человеческим, которое положено на операционном столе. Велухим уминатех. И Бог, он хирург. В Израилю аймелухим зе кмо скальпель баячело. То Израиль, он подобен скальпелю или каким-то инструментом, который Бог использует как хирург для того, чтобы исправить это. В хас ве халила шах скальпеля зе ло такин. И азохан вей всем нам, если этот скальпель окажется ржавым. Аз кол ха кета азу, шлемут шел Исраэль, тикун шел Исраэль, шипур шел Исраэль, шалом шел Исраэль. И так что все вот эти понятия, мир Израилю, и полнота Израиля, и правильное положение Израиля. זה לעשות את הסקלפל הזה תקין. Это имеет смысл в том, чтобы этот инструмент, в данном случае скальпель, он был пригодным для работы. במקרה של היום, в случае сегодняшнего, זה לא רק נטו ישראל. Это не только в чистом виде, только זה גם מאמינים בכל העולם. Но также и верующие по всему лицу. Иудим ולא иудим. Евреи и не евреи тоже. אבל אם הקצה של הסקלפל, בוא נגיד שזה יהודים, מקולקל, אז אלוהים בעצם חסר כלי, עבודה. Но если будем считать, что режущая часть самая ответственная, то что в скальпеле есть, это условно назовем это Израиль, то если это вот повреждено, то весь скальпель он выходит из строя. Ве коля мицвот. И все заповеди. Ве коля невуот шел невиим. И все пророчества пророков. Ве гам авуда шел Иешуа Машиах ацмо. И работа, которую совершил Иешуа Мессия сам. Умер, они бати ле эле шехолим.
שמקולקלים בתוך ישראל. Он сказал, что я пришел для к больным, потому что здоровые не нуждаются в народе Израиля, чтобы исправить их. ובזה את כל הקטע הזו. И в этом смысл того, чтобы желать благословения Израиля и так далее. ובעצם מזה גם עתיד. И с этим, с тем, в каком состоянии будет Израиль, связано и будущее не только Израиля, но всего. Ров маминим, ло мавиним эт зе. И большая часть верующих, они не понимают этого. ובעצם המטרה שלנו להסביר את זה באיזשהו אופן. עד כמה שהם יכולים להבין. И поэтому одна из наших целей настолько, насколько мы способны объяснять это. וכמובן, לא יכולים הכל אנחנו לעשות כמו שמוצב כאן. תעשו את זה, תשמרו. אנחנו צריכים לנסות מקסימום. И понятно, что не все нам удается сделать, но там написано, пытайтесь, старайтесь. Мы можем делать то, мы можем пытаться сделать то, что в настоящей ситуации мы в состоянии сделать. וישוע עצמו אומר, אני עזר שלך. И сам Иешуа говорит, я твой помощник. לסוף של המחשבה הזו אני רוצה לצטט. И чтобы закончить эту мысль, я хочу процитировать нечто. ישעיהו 41, כתוב. Из Исаии 41 главы. עבדי ישראל קטן אתה. Раб мой Израиль, ты мал. ורבים חושבים עליך שאתה שום דבר. И о тебе многие думают, что ты ничтожен. אבל אני לקחתי אותך ביד שלי, שם כתוב ככה, בדיוק ככה. Я просто близко к тексту цитирую вам сейчас. Но я взял тебя в свою руку. Вы они афахте от хаке патиш. И я сделал тебя молотом. О, скальпель. Тасуешь, что ты можешь. Нашей Бишвиль лишбор, лишбор арей шелхет, арей шелитнагдут шел килькуль, шекаямим баулам азе. Я сделал тебя молотом для того, чтобы разбивать горы греха и того, что нарушено в этом мире. אז זה כאילו כל הרעיון. Вот в этом вся идея. אז אבל עכשיו אנחנו חוזרים למה אנחנו חוזרים? מה התחלנו ללמוד לפני שבוע? Сейчас возвращаемся к тому, что начали уже пару... יוחנן. Пару собраний назад. אני לא רוצה לקחת הרבה זמן, כי כבר זמן. Иоанна, Евангелие от Анна, я не буду много времени брать на это. רק להזכיר שיוחנן הוא מדבר לנפש שלנו. Я хочу напомнить, что Йоханан обращается к нашей душе. Ютер Микола евангелистам ахерим. Он обращается к нашей душе больше, чем любой другой евангелист. Киколга синоптим Лукас ве Матай ве Маркус эм ютер логика, логика, логика. Все три синоптические Евангелия Луки, Марка и Матфея, они больше оперируют логикой. В Йоханан он уге бенефеш шелану. Но Иоанн прикасается к нашей душе. Ми по хошев шу бенадам логисти. Кто из вас думает, что Йоханан... Ло-ло-ло, шата бенадам логисти. А, кто из вас думает, что вы сами есть логи. Люди логики, которые водимы логикой? Логи. Логи, логи. כאילו, אתה עושה תוכניות. То есть ты привык сначала разработать план, потом пути осуществления. Ну, тариму яд, ну, еще не ры, а то... Окей. Яфе, яфе. Шара анашим, а ты мистим, а не мистим. И все остальные, которые не подняли, вы все мистики. Мистики, окей, коля кавод. Аз Йоханан зе хавер шелахем, ва тем мабиним ото. Ваш самый лучший друг должен быть Йоханан. אנחנו אז סיימנו. И тогда, когда мы закончили с этим. אנחנו סיימנו את זה בפסוק 17, כי התורה ניתנה על ידי משה וחסד ואמת באו דרך ישוע המשיח, פסוק 17. Мы на 17 стихе закончили, что Тора дана через Моше, и милость и истина явлены Иешуа Мессией. ויש הרבה מאמינים שבגלל המשפט הזה ממש אומרים, אז תורה, כל החוקים זה דרך משה וחסד, זה דרך ישוע. Многими поколениями христиан истолковываются эти слова таким образом, что это все делится на две части. Тора и все эти законы никому не нужны, все это через Моше, а вот благодать и милость, это все через Иешуа. И поэтому много проблем. Шекорим ле элохим шел
брит хаяшана Элохим, шеу казе кашуах, хард казе. Ве бабрита хадаша у казе хавер шелану. До доходит, что Бог Ветхого Завета, это такой дремучий, злой, упрямый Бог. Бог Нового Завета – это тот, который Камуван, любит и благословляет нас. Зе штует. Понятно, это глупость. А коль маше нитан ми Элохим зе матан хесед. Потому что все, что даровано Всевышним, все это дар нам, это милость. Ве коль маше Элохим аса авурам Исраэль зе хесед. И все, что Бог делал и делает для народа Израиля, это все милость. Тамид. Всегда. Лорак ли Израиль, коля улам. И не только для Израиля, для всего мира. Вязани из карти шир шанахну шарим бапесах. Мизухер это шир азе? И я вспоминал, помните пасхальную одну песню, которую мы на Песах поем? Помните, что... Дай даену. Кломар, рак луцим ми Мицраим за это автахая ширашило. То есть даже его прямое обещание, что он выведет нас из Египта, этого было бы уже достаточно для нас. А вальшара дворим за яхеса, чего Натан для Амисраэль. Но то, что он сделал сверх того, это уже было милость его в чистом виде. Ве они избарти ше беформачил брита хадаша магосиф Иешуа лемаше Элохим аса. Ве амарти берех шлоша улай арба дворим. И 3-4 вещи, которые Иешуа привнес, он как бы добавил к тому, что уже было, восполнил к тому, что было написано в Танахе. Ве миши шахаха ни хозер аль арба милима эле. И те из вас, кто забыл, я напомню эти 4 Иешуа натан курбан мушлам леумат курбанота кодмот. Он принес совершенную жертву. В сравнении с теми несовершенными, которые были прежде. Это цмо. Он принес самого себя. У афахли йот лемавгия мушлам, лекоген брит шелану мушлам, леумата кодмим. Он стал совершенным первосвященником, совершенным ходатаем в сравнении с временными священниками, которые сами за себя еще... У патах делет легуим. Он открыл дверь для народов. Ве уасает коль хадварим аэле калим ютер лекабала, шина это космос. И он облегчил восприятие всего этого, он изменил космос. Авалакшав они ба пасук 18. Вот 18 стих. Эт хаэлухим ло раа иш меолам, хабен хаяхид ханимца бехейк хаав, ху Ашер Годио. Бога не видел никто никогда. Сын, сущий в недре отчим, он явил. Сын, сущий, где это у нас? В недре отчим. Иоанн, 1 глава, 18 стих. Вот. Сын, сущий в недре отчим, он явил. А катувзе мамашка цар. Очень коротко сказано здесь. Ве алейну пашут лафил это фантазия шелану, озикарон шелану. И нам надлежит включить наше воображение и нашу память. Лили дугма гапасука зе маскир меод маше катув бе эгерет эле иврим. И мне лично напоминает из послания к евреям. Есть пасук казе, ше Моше аякмо мишарет бебайта Донай. И там написано, что Моше был служителем в доме Господнем. Ве Иешуа убен бебайта Донай. Но Иешуа сын в доме Господнем. Кломар Йоханан мавилану махшива амука ютер. То есть Йоханан приводит нас к более глубокой мысли. Ве шув баофен казе мисти суди. И он это делает прекровенно, мистическим образом. Ве умазбирше хаяхас шелану им Иешуа. И он объясняет, что наши отношения, наша связь с Иешуа. Батбецем локехотану пним летоха ав. Как бы вносит, привносит нас во внутреннее, привносит нас в отношениях с отцом. Ве они кварди барди памим рабоче лифамим анахну мизальзелим бемаут шем шел Иешуа. И я уже много раз говорил о том, что часто мы пренебрегаем силой имени Иешуа. Аваль катув ба масе шлихим.
Но в Деяниях апостолов написано. Кмуван, אפשר להשתמש שם אין בן אדם אחר או אין איש אחר. Можно там так сказать, что нет другого человека или личности. Или личности. אבל כתוב שם אין שם אחר תחת השמיים שבו עלינו להיוושע. Но там написано, нет имени под небес, другого имени под небесами, которым нам надлежит спасти. ולפני שבוע הסברתי. И неделю назад я объяснил. בלי להבין הרבה. Без того, чтобы слишком много понимать. Есть рабим бенейну. Есть многие среди нас. Шекару башем Иешуа Машиах ве бикшу ми Элохим Эзра бешмо. Которые призывали Бога во имя Иешуа Мессии и просили у Него помощи. Ве киблу это чува. И они да, получили ответ. Есть машу соди башем азе. Есть что-то таинственное в этом имени. Ве коли хад ми тану яхоль бацура шона лаазбир это пасук азе. И каждый из нас, он может иначе, несколько иначе объяснить этот стих. Авал эн сафек, ше анахну ним шахим дерех Иешуа летохен шел Элохим. Но нет никакого сомнения, что через Иешуа мы вовлекаемся во внутреннее, в непосредственную близость самого Бога. Мани руцелим сор лахем дерех амилазу. Что я хочу передать вам этими словами. Кит палилю ютер. Больше молитесь. Ты с героем наим в ты вакшу ле Элохим ли таревотхем. Закройте ваши глаза и просите Бога приблизить вас. Ки има нахну афахну ли йот аншей логи. Потому что если мы будем двигаться и поступать исключительно как люди движимые логикой. Витамида нахну роцим ли мамеш в лавин. Потому что логический человек, он всегда нуждается сначала понять что-то, а вот понял, тогда я что-то сделаю. Везе меод шаяхле эйдана модерни. И это, да, характерно современному миру. Аваль еш сод баэлухим. Но есть тайна в Боге. Ве Иешуа потех лану сода зе. И Иешуа тот, кто открывает для нас эту тайну. Ахарках פסוקים הבאים הם יותר טכניים כאלה. И следующие стихи они более объясняют какие-то вещи. ומדובר פה על יוחנן, ממש על יוחנן. И здесь говорится о самом Йоханане. אבל כדאי לנו להבין כי זה תיאור של מאה הראשונה, ואולי יהיה מעניין לכם. Но нам важно обратить внимание, потому что это описание первого века и לא רבים חושבים על זה בכלל. И там может быть что-то интересное для нас, и немногие из нас задумываются вообще, что там может быть. Есть дворим шоним, что безман шоне нишма ахерет. Потому что многие вещи, в зависимости от того, когда они читаются, многие слова, когда они читаются, в какое время, они как бы приобретают новое значение. Зот эдуто шел Йоханан, кашер рашей аиудим, шалху элав коганим, велевим, Иерушалаем, лишол ото, ми ата. И вот свидетельство Йоханана, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Кшанахну курим, мила казе. Когда мы читаем подобные слова. Есть анашим, что матхилим ли мияд ли йод антишемим. Есть люди, которые из нормальных людей становятся вдруг антисемитами. Лама. Почему? Катувкан, ягудима эле, шалху ли шол ли Йоханан мията. Потому что те самые гадкие иудеи, они послали к Йоханану спросить, кто ты есть вообще? Килу, анахну юдим, ше Йоханан за ишелану, бахуртов. Потому что Йоханан, он, конечно, наш человек. Аваля иудима эле. А те иудеи, которые его послали, эти самые иудеи. А тем юдим, ше еш анашим рабим, ше хошвим, ше Йоханан, бецем идлик дворим антишемим, забегляля дворим каэле. И есть немало людей, которые подозревают, что как будто бы сам Йоханан, который написал эти слова, он фактически спровоцировал антисемитизм через эти слова. Есть הרבה אנשים שהפכו антисемим בגלל הבנה מקזיבה של המילים האלו. И есть немало людей, которые стали антисемитами благодаря неправильному истолкованию этих слов. Ме иудима эле. Кто эти иудеи? Бе псуким абаим катув, что за аю прошим.
И в следующих стихах написано, что это были фарисеи, прушим. Прушим ми Иерушалаим. Это были прушим из Иерусалима. А хахамим, рошей ешивот, рошей бетей кнесет гдолот. Главы ешив, это были главы синагог. А валама Йоханан миштамеш басафа казу а иудим аэлле. А почему же Йоханан, говоря о них, он обращается к этому выражению? Эти самые иудеи. Матем хошвим аль зе? Что вы думаете? Эзи махшевот еш лахем? Какие у вас есть мысли? Эйн махшевот? Теперь уже боишься стать антисемитом. Нахон, затов. А чувай пшута меод? Очень простой ответ. Мефу аю коля хевра шалху ахара Йешуа? Откуда были те, все эти ребята, которые следовали за Иешуа? Галиль. 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 Шаюни краим анашим пшутим, амаарец. И их считалось, что это простые люди, амха, то, что называется. Народ земли. Йехудим зе хеврем Иерушалаем. А Йехудим... Это ребята из Иудеи, понятно. Снобим, снобим каэле. Особенно из Иерусалима, которые были такие снобы. Они меламед ба университа гаеври. Они меламед ба университа гаеври. Я преподаю в еврейском университете. Вы ма та сиямте, Дима, ма шем шела михлала шелха? А ты что закончил? Дима. Браузер? Браузер. Что-то в Галилее? А ты мвиним? Зе я пашут... הוא פשוט הסביר על הדברים של החילוק בתוך הארץ, וזה הכל. הוא פשוט описывает ситуацию тогда происходившую, впрочем, וזה כל העניין. на наши времена, и когда разборки между эти самые иудеи, из иудеи против галилейских, и те против... ובעצם זה דבר מאוד טכני. Это технические вещи какие-то описать. Ледугма, машу акшав куре в Иерусалиме, у лёха шув, в Твере, в Хайфе, аз маминим инасим лавин мазе, аз шолхим нацигим, вэм пашут баим вешолим, ми ата, лама ата мацби, у асэ дварим каэле в каэле. Это то, что происходит и сейчас, когда происходят вещи в Твере, или в Иерусалиме, или в Хайфе, или где-то, и посылают представителей, чтобы выяснить, они приходят, их спрашивают, а ты кто, откуда вы, и так далее. Есть в Израиле сейчас 130-140 кейлот мешхихиот. Примерно 140-150 мессианских общин в Израиле существует сегодня. Таамину, им они сейчас ямот кан, вы ахриз машу мишугакцат. И если я встану на эту сцену, и я буду какие-то сумасшедшие вещи сейчас провозглашать. И тогда откуда-нибудь из Твери, из Иерусалима, или откуда-то пришлют людей, потому что мы все это транслируем. Они пришлют разобраться. О чем ты, батюшка? Мы видим, а Ефраим и кто в баблок шило? И я, да. Ефраим и кто в баблок шило? Ефраим обязательно что-нибудь напишет в своем блоге. А мишихима эле? И он скажет, а мишихима эле? Шалхули хавер шили Леон лишоло то шила альмата микашкеш. И они послали к Леону, моему другу, и подослали их с вопросами, что ты тут ты болтаешь вообще? Аз ине, хуло хикхиш, эле худия вамар, инени хамашиях. Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Машиах. Им шалота, мета! Они спросили его. Эмаю, кто? Эмаю кцат марокаим. Они были немножко марокаи, так влево. Эх марокаим усим. Лама, мета! Они говорят, а марокаанцы делают. Лама! Макара! Мета! Лама, мета! Мета! А тем, а тем бен ми Норвегия люди мазе марокаим. Вы научитесь потом, что такое марокканцы. А земша, а вали хевре ми нацерет и вину ти ми яд. Не это! А ребята из нацерета, вот этот вот знак, они понимают хорошо. А зем, они ло машиях. Он говорит, я не мессия. Шалото, им кен ми это? А им ата Элиягу? И они спросили, что же ты, Илья? Умер ло? Нет, он говорит, нет. Шалото, им ата Нави? Ты пророк? Ашивло? Нет, ответил. Ашидаз, мета? Хабиби, мета? Хабиби, кто ты? Шианахну тен чува ле шолхейну, зе пасуки срим вештайм. Мата умер аля цмеха. Скажи ему,
сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самому? А зумер, пасук 23. Ани коль коре бамидбар пну дерех ле Адонай, кмо шамар Илияху и Ишаяху анави. Он сказал, я голос вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Ишаяху. Как вы понимаете вот эту фразу, я голос вопиющего в пустыне? Тагиду, эх это мы виним это? На иврите коре, коль коре. Ну тагид ноах. Ну объясните. Если ли добырит ха, кцат каведа, валь, тане. Ну, ноах. Окей. Это единственное. Окей. Беседа. Я не гам. Од. Хазак ютер, лоша ме. Колам Исраэль. Голос народа Израиля. Окей, од махшивот. Од, од. И какие еще ваши версии? А? Коль шаф... Хевре, леху ли мидбар балайла, оба бокер. И это голос, Дима сказал, голос, который... А можно мне тоже свою версию? Лё, атарах митаргем. А, жаль. Так вот, Дима говорит, что это голос, которому не, никто не... Он звучит, но его никто не слышит. А та улех ли мидбар? И вот вы ночью, представьте себе, ночью в пустыне. Ешь рак гиенут мисавив. И огненные, которые... Гиены, гиены эти, ау-ву, эти собаки. Шакалы, в смысле. Вы нахашим. Вокруг змеи, скорпионы. Вы это цуэк. И ты кричишь. Вы ахерим юшним по Тель-Авив. А те, которые в Тель-Авиве дрыхнут спокойно. О, мистер Клим телевизия. И они развлекаются, смотрят. Было их патлой мата цуэкшам. Тица камаша таруце. Им на твои крики. Йохана номер. Элохим натан ле месима, авал аф эхад ло роце лаакшив. Йоханан говорит, что Бог дал мне послание, но никто не хочет меня слушать. Везе ая эмет. И это было правда. Ве камут катан шел анашим аю баим лешам, афилу шо катув, баим рабим, авал мазе, улай хамешмиот иш, мазе зе клюм. И только малая часть приходили к нему, хотя написано, что многие, но в сравнении со всеми, всем народом Израиля это ничто. Аваль базе нахну роим шеза якох элухи. Но в этом мы видим, что это была сила Божья. Шая камут катан. Что через маленькое количество. Зе ишпи алулам куло. То есть маленькое количество людей повлияло на весь мир. Везе гам мила бишвилха. И это также слово для тебя. Улай ата хушев шата эфес катан. Может, ты думаешь о себе, что ты ноль без палочки. Аваль кмоше дима амар айом. Но то, что Дима сегодня сказал. Им анахну махзиким бадавар Адонай. Если мы держимся Слова Всевышнего. Ве анахну эквиим, квуим. И мы постоянны. Аз ло хашув шезе коах катан. Это не важно, насколько слаб наш голос. А Элохим отцмо локеах коль шелану. Потому что сам Бог использует наш голос. Ве миштамеш эдзе лекоах гадоль. И Он делает из него огромные силы. Ве улай ата хошев, о хошет, лама эн чува ле тфила шели, улай елет шели мистабех. И может быть ты думаешь, ой, почему нет ответа на мои молитвы, потому что мой ребенок попал в нехорошую историю. Таамод аль давар Адонай ве таамших ба авода шелха, ве ата тирет чува. Божьим и продолжай молиться. Хашолхим хем хосифу вишалото, пасук 25. Им кен мадуа там мадбиль именеха Машех вело Элияху вело Ханави. 25 стих. И они спросили его, что же ты крестишь, погружаешь, если ты не Машех и не Илия и не пророк? Пасук 26. Хешив лахем Йоханан веамар. Они мадбиль бамайм, аваль бенехем омед эхад, шенени макирим ото, ху абахарай, вани нени рауй, лаатир эт срох на алав. И 26. Йоханан сказал им в ответ,
Я погружаю в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его. Бабасурот ахирот омер, у, и отбилот хем беруах вебаэш. И в других Евангелиях написано, что он будет погружать вас во что? Беруах вебаэш. В духе и в огне. אני רוצה להסביר קצת על תפילה בכלל. Я хочу немного пояснить вот это понятие погружения. ויש פה אנשים שמכינים את עצמכם לתפילת מים. Есть здесь те, которые готовятся к погружению в воде. בישראל, בזמנים של Иешуа, Йоханан, היו כמה סוגים של התפילה. И в Израиле во времена Иешуа и Йоханана Гамадбила было несколько типов погружений. עוד מעט אני מסיים, אז עוד קצת... Терпение еще чуть-чуть, я очень скоро заканчиваю. Твила решена. И первое погружение. Зая микве. Это миква. И мата лена ки. Если тебе надо смыть нечистоту. Леиша есть ямей шила, легевер есть шило. Женщин есть женские дни, и у мужчины есть свои причины. А заю оси микве. И шли в микву. והיו נתבלים במקווה. И погружались в микву, и таким образом ритуальное очищение. אני יכול לעמוד לפני אלוהים. И я могу быть пригодным, чтобы войти в храм. סוג שני זה היה תפילה של גר. И другой вид погружений, когда речь идет о пришельце. הגר היה מגיע ואומר, אני רוצה להיות יהודי. И этот пришелец, он говорит, что я хочу быть во всем как природный житель. Азмиламдимо то из содот шела Тора. Так что ему преподают основы Торы. Ве аюм отбилимо то бамаим. И погружают его в воде. Ве килу мохаким коле авар шело у акшав шаях ле ам Исраэль. И как бы стирается вся его нееврейская история, и он прилепляется и становится частью народа Израиля. У афилу мизмана зе асурло лагит פעם הייתי שם. לא, זה הכל נמחק. И в это время даже ему не разрешается вспоминать и провозглашать, что когда-то я был и принадлежал чему-то другому. כי מאז, מרגע הזו, הוא שייך לעם אלוהים. Потому что именно с этого момента он прилепляется, он становится частью, и он должен как бы забыть то, что он не был Израилем. זה בעצם משמעות של המילים ששאול משתמש, עברתם מחושך לאור. И в этом смысл тех слов, которые Павел говорит, что вы перешли из тьмы в свет. Не надо вам вспоминать каждый раз за разом, что вы были во тьме. Есть עוד סוג של תפילת מים. Еще один вид погружения. איש מצורה, אתם זוכרים? מצורה? Вы помните прокаженные, помните, мы говорили. היו מורידים כל שער מגופו. И все волосы сбривали с его тела. היו מקריבים כבש. И приносили в жертву овцу. Шовхим алав дам. Выливали на него кровь. ואחר כך מטבילים במים. И дальше погружали его в воде. והוא מיטו, טהור עכשיו. И он очищался таким образом. Йоханан, Маши Йоханан аса. То, что делал Йоханан, зая комбинация бен шини ве шлиши. Это в сущности была комбинация между вторым и третьим видом погружения. Ше бен адам ая мицтаэр хатаим ве озевотам. Когда человек, он кается в своих грехах, он оставляет свои грехи. אבל זה היה ליהודים, אז הוא לא יכול כאילו להגיד כמו גר, הנה, שכחתי הכל. Но речь шла о евреях, он не мог сказать, что я вот я забыл всю свою нееврейскую историю, теперь я что-то новое. אבל כמו איש שהתנקה ממצורה, עכשיו אני שייך לאלוהים בכוח חדש. Но подобно тому, как очищался прокаженный от своей проказы, вот я сейчас очищаюсь от своих грехов. Лама не мазбир это. Зачем я все это объясняю? Кибатфила шилану еш гам элементи маэле. Потому что в нашем, в том погружении, которое мы проходим, אנחנו עוברים תפילה בשם ישוע המשיח. Есть элементы этого, то что мы проходим погружение во имя Иешуа Мессии. מה זאת אומרת? Что это значит? אנחנו מורידים מעצמנו זיכרון הגרוע שהיינו בחושך. Мы как бы снимаем себя, очищаемся от этой злой памяти, от того, от проказы, которая מחדש, от тьмы.
מחדש משייכים את עצמנו לאלוהים. И мы обновляемся и становимся принадлежными к Всевышнему. אבל בגלל שאנחנו עושים לא בשם יוחנן, אלא בשם של ישוע. Но именно потому, что мы не делаем это во имя Йоханна, который погружал, а делаем это во имя Иешуа. אז אנחנו מצרפים לכל הקטע גם קטע סודי. Мы таким образом мы присоединяемся и ко всему таинственному, что есть в этом. И через Иешуа, Мессию, мы входим в глубокие и близкие отношения с Отцом. Лама катув ба басурат матай. Почему написано в Матфея? Нидбалим бешем Ав бен веруах ха-кодеш. Написано погруженный во имя Отца, Сына и Духа Божьего. Потому что мы становимся действительно сынами Бога. Басигнон ше Иешуа аса эдзе. В том же понимании, как Иешуа это сделал. Им коах руах ха-кодеш. Силой Духа Святого. Маспик ли айом? На сегодня хватит. בוא נעמוד נתפלל ביחד. Давайте привстанем вместе помолимся. אבינו שבשמיים. Отец наш, который небесный. אני מודה לך שאתה מדבר עלינו דרך יוחנן. Я благодарю тебя, что ты говоришь нам через Евангелие от Йоханана. אני מתפלל שאנחנו נתחזק באמונה. Я молюсь о том, чтобы нам укрепиться в вере. נתחזק, נתחזק ונתחזק. Укрепиться, укрепиться и укрепиться. אדון, תעזור לנו ללכת אחריך. Господь, помоги нам следовать за тобой. תכין אותנו לחג התרועה, לראש השנה. Приготовь нас к празднику трубления, к Рош ха-Шана. ותשפוך עלינו רוח הקודש. Излей на нас Духа Святого. ויש בקשה להתפלל עבור ילדה שנמצאת בטיפול נמרץ עכשיו. И сейчас есть просьба молиться за девочку, которая попала в реанимацию. Александра, כן? Саша. Саша. Махризим бешвила рефуа шлема. Мы провозглашаем для нее полное исцеление. Не смешамаем. Чудо с небес. Башем Иешуа ха-Машиах. Модим леха, Адон. Благодарим тебя, Господь. אנחנו מתפללים שאתה תיגע בכל חולה בקרב קהילה שלנו. Мы молимся о том, чтобы ты прикоснулся к каждому болеющему нашему. וגם יש אנשים שמסתכלים עלינו דרך טלוויזיה. И мы молимся также о тех, кто смотрит нас через видео. אנחנו מתפללים שאתה תברך ותרפא חולים בקרבנו. Мы молимся о том, чтобы ты исцелил болящих среди нас. ואמרו אמן. И скажут אמן. אמן. אמן.